305 заявок от компаний из 19 муниципальных образований Самарской области, 11 номинаций. В этом году конкурс «Достояние губернии» собрал рекордное количество участников. Ими стали представители малого, среднего бизнеса и крупные предприятия региона. Они динамично развиваются, идут в ногу со временем и выдвигают Самарскую область на первой позиции в рейтинге инвестиционно-привлекательных регионов Российской Федерации. Но мы точно знаем, что все, кто здесь присутствует, это цвет и краса Самарской области, а может быть и всей Российской Федерации. Поэтому то, что сегодня мы здесь в одном месте собрались, это к вопросу о том, что мы понимаем друг друга, мы находимся на одной волне. И эта волна – это волна динамики развития нашего региона. Компания Елены Матвеевой производит светодиодные светильники и второй раз участвует в конкурсе. По словам Елены, для самарских организаций участие в конкурсе «Достояние губернии» – большая честь. Но в этом году мы очень мощно рванули. У нас очень резко было развитие производства. И я думаю, что члены жюри по достоинству оценили нашу работу в этом году. По словам организаторов и партнеров конкурса, в этом году для победы важным критерием стали конкурентоспособность продукции на отечественном и международном рынках, импортозамещение и ориентир на потребности людей. Я уверен, что нет одного единого рецепта. Безусловно, это нужно быть полезным нашему региону. И если наши жители выбирают продукцию наших предпринимателей, их услуги, делают их заметными на нашем региональном рынке. Это, конечно, правильный путь для того, чтобы стать номинантом или победителем в этом конкурсе. Премия «Достояние губернии» проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области, Общественной палаты и регионального правительства. Это мероприятие, которое кому-то дает ориентир в жизни, кого-то воодушевляет, кого-то наводит какие-то мысли подумать о том, чем можно еще заниматься интересным. Ну и вообще как бы гордиться за наших земляков, которые добиваются результата, прославляют наш регион, вносят вклад в его развитие. Количество достойных людей все растет и растет. Это позволяет развиваться экономике региона, это позволяет выходить на другие регионы, тем самым привлекать инвестиционные потенциал и увеличить инвестиционный потенциал Самарского региона. Во время церемонии отметили и роль средств массовой информации в развитии бренда Самарской области и инвестиционной привлекательности региона. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.